Мое ТВ. Будь в сети. У нас на связи Евгений Белов. Евгений, здравствуйте. Мы вас не видим, мы видим какую-то страшную рожу в экране. Сейчас, нет, подожди, сейчас он запускается. Так. Женечка, мы сейчас тебя увидим. Ты нас видишь? Здравствуй, Женя! Привет! Привет! Блин. Где ты находишься, Женя? Супер медленный интернет. Медленный интернет? Ну, у нас ты довольно быстро. Погромче нам. Я сделал погромче себя, сейчас я вырублю Mac. Да, мы просим, чтобы нам в студии Mac просто добавили такой мерзкий, тебя. Он даже не хочет вас показывать. Не хочет показывать? Мы здесь, ты нас видишь? Он не хочет комментировать. Нет, я вас вижу, но он не хочет комментировать. А, все ясно. Женя, ну мы тебя поздравляем, ты наш первый скайпер. Давайте поаплодируем Евгению. Женечка, поздравляем тебя. Скажи, Жень, что для тебя такое революция? Революция? Ну, это когда пачка мужиков выходят на улицы и что-то меняют. Пачка мужиков? Ну, она разная бывает. Ага, что для тебя творческая революция? А? Творческая революция, что это для тебя? Что такое творческая революция? Творческая революция? Это сложный вопрос. Она на самом деле может быть выполнена одним человеком, а это самое главное. Ты совершил в своей жизни какую-нибудь революцию? Еще нет. Не, ну может быть какую-то маленькую личную революцию. Маленькое достижение, за которое ты точно знаешь. Маленькую личную революцию. Маленькую революцию? Ну я не знаю их. Маленьких революций много, но как бы их в принципе не бывает. Маленьких. Ну, революция, она априори не может быть маленькой. Жень, тогда хочу тебя сразу попросить. Мы сейчас... Дать в долг. Нет, не дать в долг, это попозже об этом поговорим. Придумай вот сейчас какой-нибудь лозунг, да, такой революционный лозунг, посвященный интернету, любой соцсети, пусть ВКонтакте или там Facebook. Вот, например, сейчас мой первый лозунг: даешь 1000 друзей ВКонтакте. Вот, а ты от себя какой-нибудь лозунг, посвященный социальным сетям. Давай, я знаю, да, я предлагаю, что Евгений сейчас подумает немного, да? Буквально несколько секунд. Да, конечно. А я расскажу о том, что Евгений, между прочим, занимается свадебными корпоративами. Нет, Евгений снимает видеофильмы, Евгений режиссер, он же в своем лице и видеооператор. А ты знал, что он биолог по образованию? Биолог? Причем не просто биолог, а генетик. Ты серьезно? Да. И еще он вегетарианец, я знаю о нем все. Ну, судя по толщине его щечек, он точно вегетарианец. Ешьте мясо, Евгений, будете думать намного быстрее. Так вот, Евгений снял как раз-таки картину, короткометражную картину для одного из фестивалей. Как называется фестиваль, Евгений? Фестиваль, их много было. Ну, киноконструктор. А ты про какой фестиваль? Что, вы несколько картин снимали? Не, ну, с которым у нас сейчас получилось, и мы не хотим об этом говорить. А, ну, ты составляешь? Ну, просто, да, вы вот в тот фильм, в котором ты снималась, Евгений. А мы это на пивной фестивале. На пивной фестивале? Вот так вот в нашем эфире заговорили про пиво. Ну, и все, и сразу закрыли тему. Конечно. Жень, ты придумал лозунг? Лозунг, на самом деле очень сложно. Я не очень люблю ВКонтакте. Ой, вы не пропали, нет? А Твиттер, может быть, включился. Ты любишь? Честно говоря, я не очень люблю ВКонтакте, не очень люблю Фейсбук. Вот, и поэтому лозунг... Может быть, ты любишь Полину? Насчет сети. А? Может быть, ты любишь Полину? Полину? Ну, Полину люблю больше, чем ВКонтакте. Ну, отлично, давай про нее придумаем что-нибудь. 100 баллов. Как-то сложно. Вот Полина сказала, даешь 1000 друзей ВКонтакте. О, я знаю, нужно как-нибудь перефразировать. Давай. Допустим, не имей 100 друзей, а имей одну Полину. Евгений, я понял, в каких фестивалях вы участвуете, какие фильмы вы снимаете. Спасибо огромное. Я думаю, что после этого лозунга Полина больше не будет сниматься в ваших фильмах. Женя, огромное тебе спасибо, ты был первым скайпером. Еще раз аплодисменты тебе. Напомню, что лозунг звучал как «Не имей 100 друзей, а имей одну Полину». Мы приняли от вас, Евгения, так сведению. Вот. И если вдруг ничего лучше сегодня никто не придумает, то ценный приз в качестве внимания Полины мы отдадим вам. Договорились? Все, счастливенько. До свидания, Евгений. Сейчас поздравляем с тем, что вы у нас были первым сегодня. Вот, надеюсь, не последним. До свидания, Евгений. Мое ТВ. Мое ТВ. Ежедневно с 6 до 10 вечера.